Хотите знать всю правду о наркоторговле в Ангарске? Значит, именно вам предназначена книга Александра Шумилова «Черные птицы». В отличие от двух предыдущих изданий «Лоскутки» и «Небеса обетованные», в этой книге автор подводит своеобразный итог 9 лет работы фонда «Город без наркотиков». Была первая книга в 2007 году. Ну, наверное, в начале 2014 года родилась идея снова сделать книгу. Не написать, а именно сделать, потому что это она скорее документальная, публицистическая, документальная. То есть именно вот собрать весь материал воедино, систематизировать его и выпустить. В отличие от первой книги, хроника наркоборьбы, тонкой брошюры невысокого полиграфического качества, «Черные птицы» – это твердый переплет и вся история работы фонда. Здесь фотографии задержанных наркоторговцев, реальные истории с иллюстрациями художницы Ульяны Синюшкиной. Меня зовут Саша. Я с друзьями со своими кололся, таскался по подъездам там. Нас было 3 человека. В один прекрасный день они отъезжают, а я остаюсь. Хронология всех событий начинается с 2005 года, когда и был образован город без наркотиков. С самого начала работы у нас в офисе висела карта города. И красными квадратиками мы отмечали на ней места продажи героина. Пришло сообщение, наклеили квадратик. И в какой-то момент стало казаться, что карта залита кровью. Более полугода ушло у редколлегии на то, чтобы книга пристала читателю. Правка Анны Нарчук, верстка Николая Парфьяновича. Вместе с автором издания презентовали друзья и товарищи по фонду. Гагик Айрапетян, Андрей Скоробогатов, который помог издать книгу, и депутат законодательного собрания Дмитрий Ершов. Советую прочитать, и дай бог, что в наших рядах, в наших сторонниках еще прибавится людей. Книга интересная даже для того, чтобы сравнить ту жизнь, которая была 10 лет назад, потому что фонду в следующем году уже 10 лет. Тираж книги «Черные птицы» 1500 экземпляров. Найти ее можно в книжных магазинах Ангарска и Иркутска. Ну вот на ваш суд. Как получилось, так получилось. На ваш суд. Ольга Дерибира, Дмитрий Новопашин, «Местное время».